Пожары в охотугодьях. Это ужас какой-то. Жгут, блин, траву. Копатели, блин. Просто стеной идет пламя по направлению к деревне. Но там внизу речка маленькая проходит. Надеюсь, что не перейдет. Ну, мы на страже стоим, будем отбиваться здесь. Вот, ужасно. Масштабность пожара, блин. Смотри, как просто стена, блин. Раньше там у нас на этом поле был тетеревиный ток. Вот уже как третий год его нету, потому что сжигают, сожгли его и все. Тетерева ушли в другое место. Но обещают сегодня дожди, может остановят этих пожаров. Дожди сильные. Нельзя же так, блин, все живое, блин, погибает. Не знаю, может птицы, ну навряд ли, что птицы сели на яйца уже. Но гнезда могли начать ведь уже. Где-то метров 500, наверное, до деревни. Вся надежда на речку, что не перекинется пламя. Пожар останавливается посередине поля. Ну, тут склон пошел уже. Вот, скорее всего, там еще сыро. Но туда верхом еще идет. Здесь вот это поле вон черное, дымится. Видно, сыро здесь на склоне. Еще лед, видно, там лежит. Хотя вот там где-то вот внизу оврага дымится. Дым идет. Но здесь буквально поле пересекло за 5 минут. Столб пламени. Да, здесь вот отсюда там где-то идет. Не знаю, такое ощущение, что к нам. Сейчас на пойму спустится большой реки. Сейчас опять все молодели погорят, блин. Там, блин, косули у нас были, но они, наверное, уже перешли, блин. Зимой косули там все были.